Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ Faberlic баллов на 130 по четвертому каталогу, плюс новинки пятого каталога. Много интересного, итак, поехали. А начнем мы с вами с футболки. Я ее уже померила, чтобы понять, оставлять мне ее или нет. Сейчас покажу, это тоже новиночка. Модель. Цвет какао, а размер XXL, так как эти футболки называются, господи. Ну, в общем, это футболка с V-образным вырезом. Наконец-то Faberlic нас услышали, потому что я терпеть не могу их вырезы, вот эти вот под горло. Это вискоза, девочки, это вискоза. 95,5 лайкра. Это невероятно комфортная вещь. Сейчас все покажу. Я ее уже померила, я ее, конечно, оставляю. Во-первых, вырез мой, во-вторых, это вискоза. Это просто бомба. Она струится просто супер. Вот так вот цвет. Ну, в принципе, камера вам передает верно, он немножко потеплее. Не серый, он такой вот, ну, какао, да, с молочком. Так, что по размеру? По размеру все отлично, все супер. А мой размер сейчас 54, точно. 54 по параметрам грудь, наверное, 116, талия 90, 89, наверное. Она длинная, не совсем длинная, но и не короткая, до середины бедра. Вот все, что нужно, скрывает. Рукавчик очень хороший. Длина у него достаточная, прям супер-пупер. Вот видите, ткань струится, она прям струится. Вот так он выполнен, вот так он подшит. Горловина V-образная, но не сильный вырез. Не сильный, нет, он нормальный. У меня есть футболки с Иванского трикотажа, там V-образный вырез, он прям посильней. Такой, знаете, завлекалочка. Здесь нет, золотая середина. Вот так все это дело выполнено. Низ, как обычно. В общем, она, видите, такая струящаяся ткань. Я вообще обожаю вискозу. Я люблю из нее домашнюю одежду, но и на улицу тоже. Не в облипку, мне 2XL. Все отлично, все нормально. Поэтому футболки идут в размер. Если любите в обтяг, прям вот в обтяг, если ваша фигура вам позволяет такие носить, берите на размер меньше. Если любите, чтобы нормально сидела, берите размер в размер. То есть так, чуть-чуть свободненько. Если хотите оверсайз, но оверсайз вискоза, она не смотрится. Ее можно чуть побольше взять, но вот прям вот сильно побольше, она не смотрится. Хлопковые смотрится вискоза именно нет. Поэтому, ну, можно несколько заказать. Если заказываете на пункт выдачи, то вообще с этим проблем никаких нет. Футболка просто, просто огонь. В Дзене обязательно покажу, как на мне сидит. Так, едем дальше. В маленькой коробочке у меня отдельно целых три кондиционера, девчонки, два ультракондиционера для белья Sensitive. Он делает белье самым мягким. Артикул его 308-50. Длительная свежесть, 3 в одном, смягчает, ароматизирует. 0 плюс, 30 стирок. Очень бюджетные кондиционеры Faberlic. Очень бюджетные, работают на ура. Ой, какой он густой пришел, слушайте. Мне кажется, я обновленный уже его брала, но этот прям какой-то густоватый, прям такой вообще беленький. Одушка немножко, кстати, благородная орхидея. Благородной орхидеи нет, я точно не брала обновленную. Густоватая и вкусненькая, вкусненькая. Разнообразие ради беру, почему бы нет. И взяла вот такой еще кондиционер, Мелодия Солнца, суперконцентрат. У нас Мелодия Солнца пропадала, сейчас появилась, сейчас потестируем. Обновленный тоже его не брала. Артикул 308-51. Все то же самое, 0 плюс он у нас. Тут, кстати, не вижу пометки 0 плюс. Так. Ой, он поприятнее, мне кажется, стал немножко другой. Что-то напоминает прям. Мне нравится, слушайте, вот сейчас мне очень нравится, какой-то парфюм напоминает, дико напоминает какой-то парфюм, вот вообще не могу понять какой, изменился аромат. И здесь же у меня была вот такая вот сыворотка BioGlow, я взяла ее в распродаже остатки сладкие, мне кажется, эту серию выводят, многих позиций уже этой линейки нет, артикул 1308, хотя она очень-очень достойная. Почему? Потому что эта серия содержит витамин С. Витамин С в косметической уходовой продукции, он вообще способен творить чудеса на самом деле. Во-первых, это кислота. Аскорбиновая, господи, вот я вам ацетилсалициловая. Во-первых, это кислота, а кислота это хорошо для возрастной кожи. Во-вторых, вообще там просто кладезь веществ для молодости кожи, молодости, упругости. Поэтому люблю, мне нравится формат. Сама сыворотка вот такая белесая, вот она. И здесь кнопочка вот такая вверху. Очень класснючая, я ее очень люблю, так выводят, решила повторить. Сыворотки все позаканчивались. Она достаточно легкая, но она так круто увлажняет. Она дарит лицо, одушки почти никакой нет, хотя у этой серии такая легкая цитрусовая одушка.
Очень круто увлажняет и делает лицо таким свеженьким. Ну, в общем, классная сыворотка. Пока они еще есть, прям вот рекомендую попробовать, кто не брал. Ну, а дальше практически все по купонам. Ну, и плюс ведь новинки 5-го каталога. Я потратила практически все купоны, даже на парфюмерию. У меня осталось, правда, 9 штук на парфюмерию, 50%. Кому надо, пишите, подарю без проблем. Вот. А так, в отдельном пакетике БАДы были. У меня были хорошие скидки на БАДы, 70%. Даже какой-то БАД я взяла со скидкой 70%. Это круто, по-моему, как раз-таки молекулярные. Я взяла поддержку эндокринной системы для женщин, потому что я считаю, что периодически такое пропивать нужно. 158-43. Тем более у меня после родов как раз вот еще 3 года не прошло. Организм еще туда-сюда шатается на гормональном фоне, я имею в виду. И вот как раз вот такую штуку мне очень хочется пропить. Показываю вам состав. Кому интересно, можете нажать на паузу, почитать, ознакомиться, что к чему. Фикус. Ну, в общем, интересная штука. Будем пить. Так, и следующая баночка – это лецитин-комплекс, который тоже очень классный. Это наша печень. Такое вообще надо пить, пить и пить. 158-10. Состав тоже показываю. Фосфолипиды, то есть поддержка нашей печени, чтобы организм наш работал как часто. Один орган дает сбой, все, страдают все. Витамин D3 у меня закончился, взяла себе. 157-77. Сейчас вот еще одну банку пропью, и все, буду до осени делать перерыв. Я не пью его на постоянной основе. И мастоп. И мастоп – это вещь тоже классная для профилактики мастита там и так далее, мастопатии. 157-97 каких-то доброкачественных опухолей, которых каждый год становится все больше у наших бедных несчастных женщин. Счастливых, наших прекрасных счастливых женщин, да, чтобы ничего не мешало наслаждаться жизнью, лучше профилактироваться. Потом взяла гипалайт, десерт, желе. Очень классная штука, люблю. Раньше, когда проблемы с желчным были, я часто пропивала вот именно гипалайт. Сейчас у меня желчного нет и проблем нет, но профилактики ради, опять же, 157-31. Так, и состав вам тоже показываю, кому интересно. Такой хорошенький вообще в целом для всей пищеварительной системы. Очень хорошенький. Но аккуратненько нужно пить, у кого камни в желчном, потому что может обладать именно желчегонным эффектом. А если погонит желчь, то погонит и камень. Может встать в проток и здравствуй и прощай. Так, у меня тут дальше в пакете новинка. Я прям буду хаотично все доставать. А новинка 5-го каталога. У нас с вами выходит вот такая вот серия для волос в линейке «Эксперт. Рост волос». Шампунь-то огромный сделали в жизни использовать. Артикул шампуня у нас с вами 170-77-0. Короче, 1770, все запечатанное. И артикул кондиционера 1771 бальзама. Давайте на момент одушки потестируем, а так в следующем ролике потестируем на волосах. Ой, какая-то такая весенняя освежающая. Ну, не морской бриз, а какие-то цветочки-зеленушки. Так, и бальзамчик. Ну, бальзамчик, ладно, потом. Или сейчас давайте уже открывать, чего уж нам. Чего уж нам. Такой вот беленький. Ой, плотный прям такой. Почти как маска. Интересная, кстати, одушка. Очень интересная, нравится прям. Ой, такой силиконистый, ну, по рукам прям вот такой силиконистый, прям как силиконовый крем. Рост волос, да, у нас здесь в составе есть какие-то ингредиенты. Мягко очищает волосы, вот биотехнологический комплекс. У нас здесь комплекс еще витаминов В, витамин красоты В7. Интенсивно, вот биотехнологический комплекс интенсивно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией, обеспечивает питание волосяных фолликул. То есть здесь состав направлен именно на пробуждение волосяных фолликул. Крапива, перец, яичный желток, зародыши пшеницы. Слушайте, состав вообще классный. Цветы арники, пафафии. И вот этот вот какой-то планктон у нас тут с вами. Ну, в общем, интересный очень состав. Очень интересный. Поэтому будем тестить, будем пробовать пробуждать фолликулы, чтобы не облысеть. Так, дальше. По купонам взяла 2 сухих шампуня. Целых 2, потому что периодически пользуюсь с целью создания прикорневого объема. Хотя сейчас вроде вот нашла свой шампунь, прям любовь любовную, но он такой дорогой, зараза. Поэтому все-таки чередую. 27.02 артикул, сухой шампунь, средненький у Фаберлик, вполне имеет место быть. Так, 2 пасты. Крестюшки, любимые ее с бананом 3+, Ума, артикул 28-86. Прекрасно очищают зубную эмаль. Вообще великолепные пасты. Дальше опять новинки мне тут попадаются. Ну, что ты будешь делать? Для волос опять будет новинка в 5-м каталоге. Это крем-спрей для волос. Вон оно как. Артикул 210. Облегчает, значит, обеспечивает волосам мгновенный уход. Покрывает волосы защитной вуалью.
предотвращая повреждения. В общем, он еще и как термозащита работает, интенсивно питает, препятствуя расслоению кончиков. Сейчас многие любят такие средства изобретать. Кстати, без колпачка, без всего абсолютно никак. Я думаю, уж коробки вывелся. Нет, спрей пришел. Абсолютно никак не запечатанной крышки вообще, в принципе, нет. Давайте смотреть. Да что это у нас, крем-спрей? Не, ну как водичка пшикает. Ой, тут что, шиммер, что ли, есть? Смотрите. Или это просто пока вода блестит? Ой, какая яркая отдушка. Слушайте, нет, крем, видите, вот кусочки немножко видно на руке. Вот они. Вот он, смотрите, кусочек, да? Ой, это прям склизкая консистенция такая. Это реально крем. И он пшикает. Прям вот реально крем. Беленький, видите? О, как интересно. Я сейчас на кончике пока нанесу. А душка какая-то яркая, я не пойму, с запахом пластика. Что-то вот не пойму, девчонки. Вот он реально крем. Я не знаю, как он расшпшикивается. Он абсолютно густой, он даже не перетекает практически. Интересная душка, на самом деле. Немножко вроде похож на серию для волос, вот эту новую, но ни на что не похожая. Будем тестить. Будем тестить, будем смотреть. Но это прям крем-крем. Мне кажется, он будет очень сильно утяжелять. Вот я пока на кончике волос на свои намазюкала. И пока они сосульки. Ну, в общем, вот совсем прям на сухие места, мне кажется, чуть-чуть. Но будем смотреть. Я буду прям на Ксюшке проверять, потому что там вообще нерасчесываемые волосы. Все, руки у меня все в силиконах, прям скользят по всему. Выходит в 5-м каталоге лаки. Turbo Fast Dry 60 секунд. Быстро сохнущие. Я взяла вот такой оттенок. Посмотрите, какой он красивый. Я сейчас попробую нанесу вам и покажу. Мне кажется, вот если его на черный лак положить, вообще бомба будет. Так, этот оттенок у нас 71073. Давайте открывать. Я уже ни одну банку теперь не открою после этих силиконов. Вот честно. Я, может, зря наговариваю. Может, там и силиконов нет. Но у меня вот руки скользят. Все, ничего не открою. Открыла с помощью ножниц в Берли кухонных. Так, ну я вам не передам оттенок. Давайте на бумажке сначала чек сейчас достану. Но он нереально крутой. Видно в флаконе такой, как хамелеончик. Смотрите. Камера вам все равно всей красоты не передает. Он как хамелеончик. То сиреневый, то такой вот какой-то вроде нюдовый. Надо на что-то картонное было капнуть. Чек вообще тут не катит. Так. Во. Ой. Нереально красивый чувак. Просто нереально. Смотрите, камера все верно передает. Красота неописуемая. Не знаю, конечно, как будет застывать. Так, давайте. Ну, мы сейчас проверим, что засекайте. Сейчас нанесу. Ой, на черный лак-то вообще. Волосит, правда. Может, сейчас выровняется. Было, кстати, написано, что он самовыравнивающийся. Не знаю. Не знаю, не знаю. Это я не знаю, сколько надо добавлять, чтобы он выровнялся. Он полосит. Причем это даже не на ноготь, а на гель-лак. Не знаю. Еще добавить? Выровняется? Нет. Но со второго слоя точно выровняется. Это видно сейчас. Вот приблизительно, как все это дело выглядит. На кутикулу уже не стало сильно заезжать. Ну, неплохо, неплохо. Подвыравнивается так, но все равно нет. Вот полосит, видите, полосит. С первого слоя полосит, но со второго, я думаю, будет насыщенный цвет. Цвет вот этот очень красивый, прям вот очень. Переливается под разным освещением такой вот хамелеончик классный. Я его на стойкость проверю потом, чуть позже. Я его стерла, я его давай стирать, а он уже схватился и практически не стирался. Поэтому я достала из заказа средство для снятия лака. Универсальная для всех видов лака. Кстати, буду пробовать им снимать гель-лак обязательно. Когда буду переделывать маникюр, буду пробовать. Мне интересно, с помощью фольги, там, с помощью чего-нибудь. Артикул 149.99. Очень мощное средство. Сильно воняет ацетоном, но со своей задачей справляется на ура. Лак с блесками шикарно снимает. Просто супер. Так, лак с вами тоже обязательно потестируем. Но оттенок, я думаю, в целом вы поняли, очень красивый. И схватился быстро. Так, взяла кушон. Девчонки, пришел, кстати, он в слюде. Все-таки взяла ицкологен кушон. У нас они сначала пропали на складе, а потом появились. Взяла оттеночек, который должен желтить, как я люблю. Их у нас всего два. У нас Baby Face много оттенков, а Сеул в одном оттенке, а ицкологен теперь два. Я так понимаю, сюда любая сменная кассета подойдет. Артикул 67.96.
То есть можно сюда потом сменники вставлять смело с витамином С. Здесь уже немножко другая вот такая пуховочка в форме капельки. Красивая. Но я все равно наношу сейчас спонжем. Зеркало закрыто. Прям все цивильно. Так, вот он сам кушон. Ну да, он как ICU, я так думаю. Он как ICU. Ой, я взяла. Хорошо, очень пропитан, слушайте. Да, как ICU цветом, как мой последний baby face. То есть легкой такой желтиночкой. Но я думаю, тоже будет подстраиваться под кожу, потому что они все практически кушоны, Faberlic подстраиваются под тон кожи. Очень хорошо перекрывают и так далее. Ну, будем тестировать обязательно вместе с вами, как он ведет себя на лице. Так, взяла новинки еще товару. Хочу аромат этот в виде геля для душа потестить. Здесь мужской и женский. Так, светленький. Я так, это в пятом каталоге они у нас будут. Светленький для женщин 88001 и 88002 для мужчин. Мужу отдам. Хочу распечатать. Приходят запечатанные, запаянные. Все отлично. Прозрачненький, гелевый. И не пойму ничего. Столько ароматов витает вокруг. Ой, прикольный. Свеженький. Сейчас на весну прям хорошо. А, вкусненько. Так, едем дальше. Дальше новинки у нас с вами в пятом каталоге. Обновленная краска для волос «Эксперт». Что поменяется? Во-первых, будет много крутых оттенков. Ура, ура, аллилуйя. Во-вторых, здесь краска с биотином, что тоже положительно влияет на волосяные фолликулы. Это во-вторых. И что-то там еще они изменили. Ну, уходовые масла, это все понятно. Амла у нас здесь еще. В общем, класс. Но в итоге все равно оттенка, который я хочу, не было. Мне нужен был 8,86. Но его не было. В линейке восьмерки были только пепельно-фиолетовые оттенки. А я сейчас люблю, когда оттенок немножко с розовинкой. А розовинка была только в девятом уровне. Вот и взяла. Буду миксовать семерку с девяткой, чтобы получилась на выходе восьмерка. Потому что девятку совсем не хочу. Для меня это светлый очень цвет. А семерка вообще почти черная на моих волосах. Так, 9,86, очень светлый блондин, клубничный. Будем миксовать 7,17, блондин пепельно-фиолетовый. Вот, я надеюсь, еще оттенки появятся, миксовать не придется, будет какой-нибудь красивый оттенок. Клубничный 33,91, 32,97, фиолетовый. Что у нас с вами здесь внутри? Положили, не положили перчатки? Ничего не знаю, не могу вам сказать. Вот так выглядит краска. Краситься будем немножко попозже, потому что я недавно красилась. Напаситесь терпением. Бальзамчик. Да, и есть перчаточки. Инструкция у нас здесь с вами и перчаточки. Перчатки есть, все отлично. Так выглядит у нас с вами сама красочка. Ну, прикольно, прикольно. Будем краситься, будем смотреть. Вообще, серия «Эксперт» краска мне всегда нравилась. Она мощная, на пепельные оттенки держит очень долго. Но так как я перестала краситься именно в этот цвет, линейка очень у нее скудная, поэтому вот как бы перешла на профессиональный. Ну, и она, конечно, поджигает. Будем смотреть. Пишут, вот видите, потрясающий стойкий цвет и закрашивание седины. И, в общем, все будет чики-пуки якобы. Порошок «Гринли» взяла по купону. Тоже 70% была скидка, по-моему, вообще за 200 с копейками рублей. Так, 118,91 артикул. Он классный, он классный. Он нравится многим девочкам, у кого очень жесткая вода, потому что отстирывает лучше, это их отзыв. Я конкретно не заметила разницы между «Гринли» и обычным, но решила взять, раз уж скидка, решила взять. Там мерная ложечка такая, вот она, эвка. Эвка мерная ложечка, упаковочка, все такое под эвка, все такое супер. В общем, для жесткой воды вообще эта серия создана, и она якобы выводит пятна гораздо лучше. Но может, у меня не настолько жесткая вода, что я разницы не вижу. По уходу у меня было много купонов. Я взяла себе вот такие вот масочки. Имеет место быть. Мне вот эти больше всего нравятся. Коричневая, там с чем забыла. Мне понравилось меньше. Буду делать. Мне одной такой маски хватает на два раза. Цена бюджетная. Там они мне вообще очень дешево вышли. 0600 артикул зелененькой. И самая моя любимая это кафе латте. 0643 артикул. Они классные. Они двухфазные. Мы разрезаем вот этот кончик. Выдавливаем из одного отделения, из другого. Я по половинке выдавливаю. В руке прям смешиваю. Она начинает немножко пениться. Можно взять кисть косметическую обычную. Который глаза красим, ну или румяна наносим побольше, немножко такая средняя, ей взбить, тогда пены будет еще больше. Наносим на лицо, может даже слегка пощипывать, но эффект есть, эффект я вижу, поэтому маски тоже имеют место быть. Так, дальше целых три спрея для Ксюшки, Dream Therapy, тоже по купонам, все по купонам. Любимые ее спреи облегчают засыпание. Здесь у нас с вами немножко такой присутствует аромат лаванды, и в целом аромат очень яркий, не каждому понравится, поэтому надо пробовать. Артикул 25,59. Девочки,
девочки недавно писали, что по моему совету брали. И легче, гораздо легче засыпают. Так, достаю, что тут у меня еще интересного. Интимочку свою тоже по купону взяла, любимую. Вот эту обычную, классическую. Очищающий гель для интимной гигиены. 26,57 артикул. Так, дальше. Почему гель? Я же все средства беру. У меня рука дрогнула. Средство для ногтей. Одно из любимейших с Монардой. Тоже по купону. Артикул 617. С превеликим удовольствием пользуюсь. Здесь витамин Е Монарда. Впитывается очень быстро. Увлажняет на ура. Шикарное средство. У меня один флакон еще в запасе есть. Взяла еще. Пусть будет. Помаду мне, девчонки, захотелось. Тоже по купону. 409,90. 4 артикул. Запоминайте сразу. Не хочет вообще фокусироваться. Вот это хоть убей, ты глянь какая. В общем, верьте на слово. 409,94. Давайте смотреть, что это за цвет. Такой нюдовый оттеночек был в каталоге, в электронном. Это у нас вообще помада Soft Nude. Я очень люблю эти помады. Почему? Потому что они с матовым финишем. Тут ты нам артикул покажешь. Не хочешь? Ну ладно. Они с матовым финишем, они очень нежные. Очень нежные и очень красиво бархатно сидят на губах. Ох, как это красиво. Это вообще не грамма. Глянь. Не хочет. Балуется камера. Очень красивый оттенок. Вот камера вам его делает коричневатым. Нет, он больше такой нюдово. И не розовый. Не знаю даже, как не чайная роза. Ну, в общем, не верьте камере. Она немножечко привирает в данный момент. Давайте засвотчимся. Это должен быть очень красивый носибельный оттенок. Вот я прям уверена. Угу. Без, опять камера вам сделала его немножко коричневее. Он более освежающий. Он светлей. Он более освежающий, он светлей. Но он очень красивый. Очень красивый. Я уже знаю, что мне прям понравится. Ну так вот издалека вот более-менее, но и то. Он очень красивый и финиш матовый, бархатный. Она достаточно стойкая. Помада Soft Nude вообще очень удачная. Колпачок здесь магнитный. То есть все достаточно презентабельно и за копейки. Так, едем дальше. Дальше что у меня здесь? Пакетика, два подарочных взяла. Ибо всегда люблю дарить подарки, пусть будут. Чтобы я могла в любой момент. И сейчас у меня много, кстати, именно на подарки средств в запасе стоят. Потому что нравится дарить. Кто-то зайдет, кто-то приедет, раз у тебя все готовенькое. 781-233 артикул. И вот этот 781-234. Вот такие небольшие, но гель для душа, шампунь, мыло, сюда все влезает. Ну, а мелочи, масочки там тем более. Взяла еще один оттенок, все-таки, девчонки, теней и коллаген. Все-таки соблазнилась и взяла вот этот вот с розовинкой, который. Вроде ничего такой флаконитый. Сейчас посмотрим. Артикул 56-742. Фокус вообще нас покинул окончательно. 56-742. Давайте смотреть. Все-таки посмотрела сводчи, поизучала и поняла, что ничего оттенок-то вроде. Надо брать, пока есть. У нас, кстати, все оттенки на складе доступны. Я не знаю, там писали девчонки, что исчезает. Нет. Кисточка погнулась. Длиннее сделали, что ли, чем надо. Смотрите, как. Мне показалось, что это похож на жидкие матовые тени Vivienne Sabo, которые у меня сейчас в использовании. Да, действительно похож. Мне этот оттенок безумно идет. У некоторых он делает глаза заплаканными. Ну, или, опять же, некоторым так кажется, что они заплаканные. На самом деле, получается, нежный бэби такой макияж взгляд, а люди почему-то думают, что глаза заплаканные, да, но это как бы кто что хочет видеть, тот и видит. Так, да, очень похож действительно оттенок на те тени, которые у меня в использовании, я этому безумно рада. Я думала, тут будет прямо розовинка. Нет, очень носибельные, и на губы будет тоже классно. На губы будет просто на ура. Класс, мне нравится, довольна. Едем дальше. Фокус, не покидай нас, мы еще не закончили. Два парфюма взяла, девчонки. Восьмой элемент, вот такой голубенький, мужу малышки. По купонам тоже, я говорю, еще и 9 у меня осталось. 9 на парфюмерный 50. Здесь у меня 70 была, по-моему, или 65, 60, вот так. Мы сейчас все с вами откроем. И себе взяла бамбу зеленую, Каори. Потому что, мне кажется, я ее никогда не тестила. И решила прям вслепую взять, потому что мне флакон достался рублей за 255 миллилитров. Большая была скидка, поэтому я взяла прям целиком. Артикул 30-55 и мужская водичка. Артикул 32-42. Открываем. Так, вскрыла. Боже, как мне бамбу нравится. И напшикала в крышке. И чувствую бамбу. Мне очень нравится. Какой он классный сейчас на весну, девчонки. Вообще вот прям forever. Вообще forever. Как ты, господи, вот так. Какой он классный. Знаете, такой с нотками унисекс, что ли?
свежий, свежий, с зеленушечками и прям вот свежий-свежий. Как давно у меня таких свежих парфюмов не было. Все по терпким, по каким-то, блин, по тяжелым. А мы еще девочки молодые, нам свежие парфюмы нужны. Он потрясающий. Девчонки, кто не пробовал, очень рекомендую. Сейчас по купонам прям хватайте. У кого есть и у кого нету. Он недорогой совершенно. Он очень классный. Ну, конечно, можно с пробника начать, но я бы вам рекомендую. У него есть какая-то нотка прям такая, знаете, притягательная. Хочется нюхать, нюхать и нюхать. 100 раз я душиться погнала, короче, с ног до головы. Все. Зря надушился так рано. Мужской аромат сейчас не почувствую. Все, я кайфую. Мне очень нравится. Вот прям очень. А вы меня знаете, я с парфюмерии Фаберлик. Я не знаю, как правильно снимается крышка, но, скорее всего, я ее неправильно сняла. Потому что вот эта штука, она снимается и не снимается. Что хотел сказать? Вы знаете, я парфюмы Фаберлик вообще практически ни один не люблю и не дружу. Вот чтобы мне понравился, это редкость. Особенно из стареньких. А этот из стареньких относительно, он очень классный. Он очень классный, надеюсь, и стойким будет. Так, мужской. Ой, суперский, знаете, такой классический мужской аромат, который подойдет 10-40 лет, от 10 до 40, абсолютно всем и каждому. Тоже легкий и немножко похож на Дольче Габбана мужской, забыла название, да, если я не ошибаюсь. Забыла, сейчас вспоминать не буду, но он очень похож. Свежий аромат тоже. Вот сейчас на весну мужу прям поставлю. Обалденный, мне очень нравится. Так, дальше у нас с вами новинка 5-го каталога. Появляются биокапсулы для стирки плюс пятновыводитель. Их всего 15 штук и стоят они не бюджетно, поэтому, если мне понравится, я буду брать их по VIP-программе. Так, артикул. Не падайте. 331. Что у нас тут с вами? Корейские экстракты, ну это корейская линейка, да, удаляет загрязнение, подходит для белых и цветных, универсальность полная, освежает цвета и яркость красок, устраняет желтизну и серость, сохраняет волокна, защищает стиралку. Давайте смотреть. В следующем ролике будем обязательно с вами стирать. Я вообще всю пачку порвала вместе с зип-зампом. Представляете, как оторвалось? Ну, пересыплю куда-нибудь. Ой, я ожидала, что они какие-нибудь будут такие разноцветненькие. Нет, смотрите, они одноцветные. Они одноцветные. Вот так выглядят. Желтики какие-то. Желтая вода. Желтая вода ударила в голову. Слегка подкрашенные такие. Слегка желтенькие. Такие мягенькие, мягенькие, симпатичные. В общем, их тут 15 штук. Аромат, не знаю. У меня только Каори Бамбу. Вообще, мне больше ничего не надо. Не чувствую никакой. Может и есть. Может быть и есть. Посмотрим. Я, кстати, нашла в коробке колпачок от спрея. Вот он, видимо. Все-таки был. Наговорила. Наговорила зря. Колпачок был. Так, вот и все, мои хорошие. Вот такой заказ почти на 130 баллов. И вот он, 5-й каталог, где у нас презентация новой краски для волос. Для новичков будет потрясающий подарок. Серия коллаген, ну просто шикарная. Просто шикарная. На раннюю весну подойдет. Очень классная. Прям рекомендую. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под роликом. Буду обязательно вам помогать, если надо. Если не надо, конечно, не буду. У нас здесь много новинок, зонтов. Вот, к сожалению, не было для VIP-консультантов. Я буду обязательно брать вот такие вот трости. У меня есть ментоловый. Зонты очень крепкие, потрясающие. В общем, много новинок, много всего интересного. Не прощаюсь.